Всем привет, с вами Сергей. Лисет подплыл тоже с вами. Вон Лисет сзади ползает на фоне, посмотри. Убил его, убил. Здравствуйте, с вами Сергей. Бучер Везерс, главный админ 02 сервера, к вашему вниманию. Не, сейчас, я тебе реального Бучера покажу. Сейчас это. Чит на пропсе есть? Блять, опру в ВК не принимаю, жалобу на форум. Всего доброго, до связи, закрыто. Всем привет, с вами Крукс. Сегодня мы запишем новый гайд. По стрельбе. Дают спать ролью Беку, целиганно. Шея вся сияет златом. Изо рта торчат два блата. Курю с дочкой депутат. Меня вселились души немых. Взгляды со скалом, они не живые. Нахуй кумиров, нахуй хиты. Для меня важно лишь иметь мозги. Я умру за то, что делаю, а ты умрешь за суть. Все твои слова пустяк. Сколько можно себе врать? Я лишь слышу лай собак, они мне не дают спать. Всем привет, не буду долго затягивать со вступлением. Напоминаю то, что я играю на первом сервере Evolve. Здесь у меня есть свой промокод хэштег Lepard. Указывайте его при регистрации нового аккаунта в непригласившего с игрока. За него вы получаете 400 тысяч после прохождения квеста «Много машин». 200 тысяч я выдаю каждому, кто указал мой промокод лично от себя. Также вы получаете x2 прокачку аккаунта за мой промокод. Помогаю абсолютно всем, потому что, ребята, я маленький ютубер, и я обращаю внимание на свою аудиторию, потому что я понимаю то, что если не я, то никто вам больше, в принципе, на сервере и не поможет, да? Поэтому, ребят, хэштег Lepard — лучший промокод для вас. Также, ребята, пожалуйста, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и поставьте колокольчик на уведомления, потому что завтра, в воскресенье, я, скорее всего, сделаю стрим. И жду, естественно, каждого на стриме, будем пытаться восстановить активность на моем канале. Также, ребята, каждый, кто будет качать эту сборку, обязательно просто переходите на канал человека, который создал эту сборку, и потому что я считаю, что все труды должны быть польщены. Если вам понравилась его сборка, а он старался над ней, и вы на ней будете играть, то вы должны подписаться на его канал и сделать ему приятно. Если вы нормальный человек, то вы это сделаете. А если вы гондон какой-то, то идите нахуй вообще с моего канала. Все, желаю вам всем приятного просмотра. Дальнейшую речь я уже скажу по ходу ролика. О май гад, у моей сучки сочный зад. За спиной бы пага, я поправился на лям. Они все хотят, но ведь мы даже не друзья. Сука поняла, кто самый классный вариант. Нервиках, я забываю слово сон. Я еще в работе, злыш, нахуй пошел. Не теряю звездный твой порошок. Мне нехорошо, но завтра пора шоу. Ёбаные деньги ставлю маме на стол. Такую я работал нон-стоп. Ёбаные треблы, мы их просто сотрем. Лезу высоко, ведь я самый низов. Я самый низов, но я буду гореть тут звездой, тут звездой. Мне пишет директ, твоя хона не будет со мной. Со мной, и сам по себе, но привлекает твое тело. По файликам это дамаг-информер, который рисует, показывает, сколько вы дамага нанесли прямо возле скина противника. Кастомный MTX — это такая штука, короче, которая убирает лишнюю обводку и так далее от ников, то, что бустит неплохо так FPS. Вот, но кому будет непривычно с такими никами играть, можете удалить этот файлик, находится он в Moonloader, если что. По сам функцию это получается Fix Reconnect и сам Reconnect. Quit Fixer — это когда вы нажимаете Q, у вас нет задержки при выходе, то есть вы моментально выходите. Player Remover — это PR меню убирает своих, тиммейтов. Драг таймер — это наркотаймер. Чек онлайна — пишите слэш чо в чат и показывает онлайн всех банд, мафии и так далее. Кэкап — это флудер. Эта штука вроде бы позволяет вам брать мат из ДНК быстро. Андизроама — эта штука сама вам крафтит оружие, но это вроде бы запрещено. Не знаю, что за это делают, то ли варн, то ли диморган, но знаете, это запрещено. Лучше сделать вот так. Убирает анимацию крафта. И антифриз — эта штука, короче, убирает анимацию выхода из ДНК и так далее. А теперь пройдемся по модлоудеру. Здесь лежит 9 различных звуков, 2 колокольчика, 2 вида карты, то есть зеленая, которую вы видели, и обычная, стандартная, только HD-шная. Дороги из PlayStation 2, которые бустят также вас, ваш FPS. А если вам не нравятся такие дороги, то можете просто удалить или отключить. Скины, которые красиво сочетаются с амбиентом.
шрифт и таймциклы, которые вы видели ранее. И самый главный из них, как по мне, который является особенностью этой GTA-шки, это вот этот вот старый таймцикл Кишира, в котором заменена практически каждая погода. Вроде бы, как мне сказали, этот таймцикл приватный, что ли, потому что он когда-то давно, года два назад его заливал, потом удалил, и по итогу сейчас его нигде нет, и все хотят его. Поэтому, ребят, если вам нравятся сборки Кишира, то можете скачать этот таймцикл.